Всем привет, с вами Прия. На дворе месяц ноябрь, гремит BlizzCon, и различные анонсы полным ходом движутся к нам. Так вот, самый главный анонс, который свойственен для текущего вообще аддона для Battle for Azeroth, это дата выхода 8.1 и последующего рейдового контента в обновлении 8.1.5. Получается весьма интересно так, что 8.1 выйдет 12 декабря 2018 года. 12, 12, 18. Весьма хорошие числа на самом деле, ну, не считая года. Окей, ладно. Рейдовое обновление 8.1.5 выйдет чуточку позже, с целью того, как признаются разработчики, чтобы игроки не готовились к суровым рейдовым будням во время новогодних и рождественских праздников. Весьма неплохо на самом деле. Касательно мифик плюсов и различного одевания до рейдов, скорее всего, итем левел с них увеличится в обновлении 8.1.5, так что 8.1 просто наполнит нас каким-либо контентом, усилит противостояние Орды и Альянса, и это будет весьма неплохо. Там будет новый фронт, там будут новые развития сюжета и весьма новые различные вещицы для игроков. Также небольшая вещица будет от меня. Сейчас вы с ней ознакомитесь, есть небольшой клип, который вчера был зафиксирован людьми со стрима. Короче, если в ноябре не будет патча, я запускаю розыгрыш, двух жетонов. Если будет в ноябре патч, я запущу розыгрыш одного жетона. Такой вот клип весьма интересный. Я думаю, вам будет интересно поучаствовать в этом деле. Переходите в ВК-группу, там будет розыгрыш. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги. Ждем 12 декабря. Также не забывайте подписываться на различные ресурсы, которые указаны в описании под видео. Там ссылочка на Discord, ссылочка на стрим и ссылочка на ВК-группу. Думаю, вам понравится вся та информация, которая там ежедневно публикуется. До скорого!